закончили практически мы теплицу сооружать. Вот такая вот интересная получилась. В прошлом году мы сделали вот эту правую часть, небольшую, 250 квадратов. И в этом году сделали пристройку, добавили еще 500 квадратов. Ну и получилось такое вот сооружение на 750 квадратных метров. Будем надеяться, что оно нам поможет вырастить еще больше растений. Ну и вот так вот она выглядит изнутри. Сверху у нас идут вот такие вот форточки. Открываются ручками. Делали, как вы понимаете, сами. Никого не заказывали. Поликарбонат покупали у нашего местного егорьевского производителя. Почему самостоятельно? Ну, по деньгам, насколько я тогда считал, получается более или менее одно и то же. Но зато люди у нас дополнительные 3-4 недели занимаются зимой стройкой. А это, как вы понимаете, хорошо. В следующем году тут положим плиточку, я думаю. Так же, как и в этой старой части. И спокойно тут и тролли могут кататься, и тележки наши.